Всем добрый день. Сейчас 4 ноября. Нахожусь я около первой школы, бывшей первой школы города Силами. В общем-то, скажу, на аллее Приморского бульвара. По центру, считай. Там впереди у нас лестница знаменитая, да? Вот. Ну, потом я поснимаю, когда будет хорошая погода весной. Уже будет все, как говорится, сделано, и тогда понаблюдаем, как что будет. Ну вот видите, посадили саженцы молодые, деревца. Здесь я так понял, что травку посадят. Сразу знак поставили, что с собачками запрещено ходить. Надеюсь, что у нас граждане сознательные и будут соблюдать небольшие правила. А сейчас вот я поверну в сторону беседки, камеру в сторону залива, и пройдусь прямо по Приморскому бульвару 4 ноября 2017 года. Дойду до беседки, поснимаю беседку и пару фотографий сделаю вид снизу. Вид снизу Приморского бульвара. Вот деревца, видите? Саженцы посадили, в общем-то, все культурно сделали, даже обвязку сделали деревцам, чтобы они не падали, пока приживутся. Да, может, кому-то и смешно, да, слушать, там, скажут, тот ходит, там, мужик или там, пацан, как говорится, разные дают эти самые, как говорится, ну, сопровождает, как говорится, голосом ненужные вещи, допустим, там, да, вот деревца, там это обвязка сделана, скажем, с чем оно это надо, да. Ну, я так просто привык. Так что кому не нравится, так можете просто не смотреть, да и все. Это не проблема. Видим снова знак, что выгулка собак запрещена по зоне, скажем, клумбы. Ну вот так на данный момент наш выглядит Приморский бульвар города Силами. Сейчас я туда пойду, до беседки дойду, посмотрю, как там сделали. Ну и, конечно же, пару фотографий сделаем.